начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Михаил Галатионов, главный тренер футбольного клуба «Локомотив Москва». Задавайте вопросы, называйте издания, которые вы представляете. Пожалуйста. Влад, совершите ваш комментарий по матчу, насколько все получилось в этой игре. Ну, мы очень довольны результатом, потому что, во-первых, мы играли против очень хорошей организованной команды, которая потрепала нервы многим и лидерам, и, так скажем, другим командам в чемпионате. Поэтому для нас сегодня результат, он очень положительный, мы очень довольны. Конечно, огрехи в игре есть, их надо улучшать, но у нас команда формируется, строится, и какие-то нюансы сегодня... Возможно, не получались, но то, что мы проявили, как я уже сказал, самоотверженность, организацию, дисциплину и волю к победе, и плюс во втором тайме вышли после перерыва, не дали сопернику, так скажем, войти в игру, да, потому что неприятный гол перед перерывом, да, и, естественно, при своих болельщиках, которые активно поддерживают команду свою домашнюю, да, естественно, была большая доля вероятности, что соперник с начала второго тайма приложит все силы для того, чтобы вернуться в игру. Но нам большая честь и хвала, что мы, еще раз говорю, сыграли очень организованно и дисциплинированно в обороне. Кое-какие корректировки сделали в перерыве, да, с точки зрения перестроений, что, я думаю, и глобально помогло нам. Поэтому могли забивать пенальти и еще сделать счет крупнее, да. Но это футбол, поэтому готовимся к важному матчу ЦСКА, который в Москве предстоит нам. Это дерби, и для нас... Нам надо хорошо подготовиться к нему и провести его на очень хорошем уровне. Ну, счет по игре, как считаете, или все-таки учитывая то, что Оренбург больше нанес ударов, больше подал, больше владел мячом, или все-таки иной? Ну, знаете, как у нас тоже были матчи, когда мы атакуем, не реализовываем свои моменты и уступаем по счету. Да? Это футбол, к сожалению, да, то, что... На первых минутах у Оренбурга были хорошие острые моменты, которые он мог реализовывать, но, к сожалению, не реализовал. Мы свои моменты в быстрых атаках совершили и фактически предопределили результат. Да? То есть в первом тайме забить 3 на выезде – это дорого стоит. Поэтому, еще раз говорю, самое главное, что мы дальше сыграли очень дисциплинированно в обороне, не дали сопернику вернуться в игру. Очень часто тренеры команд соперника, которые проигрывают здесь, потом после матча здесь, в этой комнате, говорят, что во многом причины искусственное поле, маленькие размеры у поля, соответственно. Сегодня как-то повлияло искусственное поле на игру команды, как-то от этого отталкивались, учитывали этот фактор? Насколько он? Нет, мы на этом вообще не акцентировали внимания никакого, потому что все в равных условиях. Приезжаешь, надо играть. Понятно, что какие-то нюансы, которые надо было игрокам донести с точки зрения быстроты мышления, быстроты приема мяча, быстроты работы с мячом. Вот здесь кое-какую коррекцию сделали, чтобы мы не передерживали, потому что понимали, что соперник более адаптирован, да, к этим условиям, и мы могли нарываться на ответные атаки, поэтому кое-какие моменты старались исключить. Ну, а так мы были все в равных условиях и вообще не говорили о поле. Там неважно, выиграли мы, проиграли, это или там неважно, какой счет был, все в равных условиях, и поле идеально, что для игры в футбол. Спасибо. Сегодня не было Сергея Пенеева в заявке, что с ним? Игра с «Зенитом» достаточно непросто далась нам всей команде, да, она бы получилась очень энергозатратной. И та замена, которая была произведена в матче Сергея, да, нам немножко не удалось, так скажем, по времени нам не хватило несколько дней для того, чтобы его подвести к состоянию 100% подготовки к игре. Да, поэтому мы поэтому не стали рисковать кое-какие моменты, да, дали ему паузу для того, чтобы он полностью восстановился, потому что молодой футболист, большая на него нагрузка сваливается, чтобы он полноценно восстановился, и следующий цикл уже для подготовки к игре ЦСКА готовился полноценно. Ну, сегодня кто был лидером в вашей команде, потому что Дзюба отдал 3 голевых пас, Лушников 2 гола забил, ну, прям они показали фантастическую игру, но кто все-таки вел игру? Но смотрите, понятно, что личности определяют на поле, те ребята, которые сегодня оказались причастными голевыми действиями, это большая заслуга. Но мы говорим всегда о том, внутри команды договорились сами, что любое голевое действие или любой пропущенный мяч – это усилие или не усилие, это всей команды. Потому что для того, чтобы Артем отдавал и Максим забивал, группа игроков проделывает определенный объем
и черновой работы, и сложной работы, и взаимодействия с точки зрения организации игры. Поэтому то, что ребята сделали свои голевые действия, молодцы, но я отмечаю, еще раз говорю, всю команду, которая сейчас, весь наш коллектив, который дисциплинирован, который бьется, который мотивирован и который хотят двигаться дальше.